Валерий Яковлевич, выйдет сам. Четвертый закон еще. Четвертый закон. Очень-очень коротко, как ты считаешь, вот, чтобы увлечь людей. Давайте. Собираются как раз пару слов. Да, здравствуйте, меня зовут Ханенко Александр. Я председатель регионального отделения профсоюза садоводов России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Это Антон, наш заместитель, это Василий Иванович. Это у нас Олег Павлович Скалотеев, да, из города Москвы, председатель Кремлевского фонда. Президент, правильно? Вице-президент. А вы президент? О, да. У нас даже президент присутствует. Кремлевского фонда. Людмила Даниловна Голосова. Вас можно представить? Хочу, Валерия, председатель Союза садоводов Красноярского края. Да, у нас очень много регионов приехало к нам. И хотелось бы поблагодарить очень наших гостей, которые добрались за свой счет. Приехали к нам, и благодаря вот нашим садоводам, огородникам Санкт-Петербурга и Ленинградской области удалось собрать вот это мероприятие чисто с финансовой стороны, потому что вы все заплатили, грубо говоря, за вход, мы сняли этот зал, мы вас, надеюсь, покормим за это и проведем достойно этот форум, потому что Всероссийский форум садоводов, огородников и дачников, он очень значимое событие имеет именно сейчас. При вступлении в силу 217-го федерального закона с 1 января 2017 года. Вот. И... Ну что, я начинаю? Передаю, наверное, слово. Предлагаю, что у нас будет вести собрание председатель оргкомитета Ульяна Никонова. И секретарь. Это наш секретарь, да, профсоюза регионального отделения. Дорогие друзья, я рад приветствовать вас всех сегодня в нашем зале. Я очень рада, что наша тема помогла нам всем объединиться, что мы все собрались вместе. Радует, что у всех улыбки на лице, у всех глаз горит. Я очень рада приветствовать всех делегатов, которые приехали к нам из огромной нашей России, начиная с Дальнего Востока, заканчивая центральными регионами. Очень приятно мы удивлены и польщены визитом представителей из Ингушетии. На форуме у нас никогда их еще не было. Мы очень рады, что нас поддерживает Севастополь с Республикой Крым. Таганрог, Ярославль, Казань, Калининград, Московская область, Ленинградская область, безусловно. Всех, конечно же, я не смогу перечислить. Спасибо. Да, безусловно, Сахалин, представители Сахалинов нам сюда прилетели. И я сразу немножко поясню формат нашего форума, формат нашей работы. Мы изначально отказались от классического проведения данного мероприятия, в том числе с президиумом, потому что наше глубокое убеждение в том, что президиум на данном мероприятии составляют все вы, все наши гости, все представители регионов. А ну вот мы не нашли, к сожалению, такой огромный большой стол, где мы смогли бы поставить его кругом, мы все вместе сесть за большим нашим столом. Поэтому порядок выступления будет обозначен, то есть мы будем приглашать участников нашего форума, кому удобнее, за трибуной, либо здесь с места. Вот. Но сейчас я бы хотела обратить внимание на то, что наша тематика, она остается не закрыта сама по себе. Мое личное убеждение, что на данном этапе нас готовы услышать. Вот всех садоводов, огородников и дачников нас готовы услышать. Поэтому наша сегодняшняя основная задача хорошо и грамотно проработать. Именно поработать для того, чтобы суметь предложить депутатам Государственной Думы
те варианты, которые бы смогли сохранить наши садоводческие объединения в целости и сохранности, чтобы мы смогли продолжать работать, трудиться и отдыхать на своих дачных садовых участках. И сейчас я бы хотела со своей стороны поприветствовать почетного садовода России, начинателя движения садоводческого не только в Санкт-Петербурге, но и по всей России, Захарящего Василия Ивановича. Дорогие друзья, позвольте мне продолжить замечательную речь Ульяны. Я от всего сердца приветствую всех делегатов, всех пионеров и пионеров, которые приехали сегодня со всех концов страны для того, чтобы высказать свое мнение о величайшей проблеме нашей России, проблема развития садоводческого движения. Если вдуматься, это гигантский отрезок экономики, политики, социальной политики. Я бы хотел напомнить одну вещь. Буквально два дня назад евреи всего мира отметили свой замечательный праздник. Называется Сукот. Значит, посвященный выходу Моисея, тому, что Моисей вывел из пустыни евреев из Египта. И этому, так сказать, очищению, вот этого воли Всевышнего, евреи отдают должность. Мы сегодня с вами похожи на этих евреев, которые идут по пустыне. Но мы не вышли с пустыни, а новый закон 237 нас сегодня, наоборот, толкает в эту пустыню. Вы вдумайтесь, гигантский массив, здесь много юристов присутствует. Здесь присутствует мой замечательный друг Людмила Данилова Голосова, которая помогала мне в Государственной Думе создавать партийную программу в партии «Единая Россия», Дом садовода, опоры семьи. Мы с ней иногда находимся на разных позициях, но цель-то у нас одна – помочь садоводам. И вот я считаю, что нас искусственно вогнали в эту среду, в среду дебатов, дискуссий, для того, чтобы мы вносили поправки. Что-то в законе не нравится, что-то нравится. А ведь вывод-то какой? Весь мир живет уже цивилизованный по другой мир. Все приведены к единому знаменателю – домохозяйству. А мы создаем, проводим партийные собрания под названием «Общее собрание садоводов», обеспечиваем явку, явка не состоялась, липовые документы, значит, принимаем решения, ревизионные комиссии, платим взносы туда-сюда, кадастровые планы. Мы людей повергли в такую бездну исканий, что евреи, наверное, нам завидуют. Мы должны завидовать евреям. Они не испытали таких сложностей, как испытываем мы с вами. Поэтому сегодня я увидел свет в конце тоннеля, когда я должен отдать должное Валенчуку Олегу Дарьяновичу, когда он сумел дойти до представителя правительства, привез его в садоводство, в Курскую область. И вы подумайте, ведь были сделаны первые шаги, то, о чем я говорю сегодня, заканчиваю дело. Значит, привести садоводов, вот привести к этому знаменателю, было принято решение создать дорожную карту, передать дороги муниципалам, электроэнергию передать сетевым организациям. Вот он шаг, выход. Не должны мы, у нас на балансе не должна быть энергетика, на балансе не должно быть у нас садоводство. Короче, одним словом, Ульяна, дорогая, я боролся и буду бороться за то, чтобы преобразовать садоводство, повесить флаг Российской Федерации. В этом соль, так сказать, нашего сегодняшнего собрания, чтобы нас не втянули в дискуссию, понимаете? Поэтому мы сегодня находимся на пороге очень важного события. Вот такой голос не может быть не услышан правительством Владимира Владимировича Путина. Потому что иначе мы увязнем в дискуссиях и будем, так сказать, долго еще дискутировать. Вы ведь представьте, мы платим огромные взносы, мы платим налоги. И сегодня, когда мы повесим флаг Российской Федерации, не сразу, не всю страну сразу, раз и отходим. Надо принять закон, чтобы это сделать постепенно, в течение 5 лет. Вначале перевести крупные садоводства, там, типа Деинска, Мшинска, где по 100 тысяч, Дунай и так далее. Да. Развольно, да. Дорогие друзья, позвольте пожелать вам плодотворной дискуссии, высказать свои мнения. Здесь сегодня свободный, настоящий демократический хурал. Я желаю всем здоровья, благополучия и очень рад видеть своих друзей, которые вот приехали. Валерий Яковлевич, мы 20 лет с ним ведем. Давайте его поприветствуем. Валерий Яковлевич. Посмотрите, этот рабочий сегодня владеет и возглавляет крупнейшую садоводческую организацию. И вот таких у нас патриотов очень много. Дай Бог им здоровья, благополучия. И я благодарю, Ульяна, тебя за большую работу, которую ты сумела вот сегодня собрать, услышать мнение народа. Да здравствует Союз садоводов России! Ура!